Власти Туниса заявили о полной победе над коронавирусом. В стране фиксируются лишь единичные случаи заражения, да и те понемногу сходят на нет. Целые регионы уже полностью избавились от эпидемической опасности, в связи с чем Тунис открывает 27 июня границы и возобновляет авиаперелеты. Вся Франция с понедельника объявлена территорией с благоприятной эпидемической ситуацией. Столичный регион отменил последние карантинные ограничения. К работе возвращаются рестораны, кафе и театры. Президент Макрон также объявил, что с 22 июня вернутся в школу дети. Обучение будет вестись в обычном режиме. Греция уже сегодня принимает первых туристов. Прибывающих в аэропорт ждет тестирование на COVID-19. Если тест будет положительным, туристы отправят в больницу. Международные рейсы сегодня возобновили, и авиакомпании Украины вылететь пока можно только в страны, которые открыли границы для иностранцев, например, в Турцию, Албанию или Черногорию. Полеты в Киев и Одессу вновь начала Белавия. Правда, белорусов ждет по прибытии украинский двухнедельный карантин.